против этого, потому что нам все гулять старикам негде, детям негде посидеть окончательно. А вы знаете, что здесь будет? То есть, ну... будут строить дома. Угу. Они нам совершенно здесь не нужны. Но по проекту вроде как планируют не только дома построить, но и, соответственно, там бассейн обещают большой. Ну, не знаю, где бы. Бассейн, конечно, я не знаю, вот здесь вот бассейн, сюда моя внучка ходила. А тут вот и ребятам покататься на коньках негде, катка не будет. Ну, вообще безобразие. А как вас зовут? Валентина Ивановна. Вы живете в этом районе? Да, я вот через дорогу живу. Вот. А часто здесь гуляете? Каждый день. Спасибо, Валентина Ивановна. А зимой мы здесь не гуляем.